Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. После этого он вернулся, как мы помним, в 2012 году. И на совещании правительства, посвященном исполнению майских указов. Я не помню, в каком это было. По-моему, это было в 2013 году. Или в... Ну, в общем, я не помню, в какой момент было это совещание. Но на этом совещании он задал вопрос руководителю аппарата правительства Славе Суркову. Вопрос об исполнении указов по существу. На что получил прямой ответ. Что наша система не предполагает отчета правительства перед президентом по существу, только по формальным показателям. По формальным показателям, да, вы дали поручение, там в срок 3 недели что-то сделать, ровно через 3 недели вы получили ответ. Желающие могут посмотреть, как это работает. У меня на сайте «Аврора» есть черновик анализа экономического управления, деятельности еще того чубайсовского правительства по программе 12 самых важных дел. Но это тогдашние майские указы. То же самое, чисто формальный ответ, в котором на самом деле написано следующее. Мы ничего не делали, делать не будем. И отстаньте от нас с вашими глупостями. Это по существу. А формально там мы там подготовили столько-то постановлений, написали столько-то букв, ну и так далее. Вот это вот проблема. Значит, менять эту проблему можно только одним единственным способом. Изменив систему, причем не только систему управления, введя в нее механизм обратной связи, то есть механизм контроля. Что есть с точки зрения нынешнего у правительства что-то невообразимое. Вы себе представить не можете, как они отчаянно боролись с экономическим управлением в 97-98 годах. Доходило до того, что начальников отделов администрации президента по указанию каких-то правительственных чиновников арестовывали на дачах. Ну, человек поехал на дачу там, на субботу-воскресенье. И в субботу его арестовывают, хватают в Кутузку якобы за нарушение, там, за хулиганство или еще за что-то. А когда, соответственно, он показывает удостоверение администрации президента, ему объясняют, что много видели таких бумажек, они сами такие могут нарисовать. Ну и мне тогда пришлось звонить прокурору Московской области и вывозить человека из Кутузки в понедельник на машине, я уж не помню, прокурора района или еще чего-то, который лично приехал и его вытащил. Ну, то есть, как бы, вот, еще раз повторяю, это просто демонстрация того, как это работает. Вот это противодействие, чтобы не возникало никаких иллюзий. Так вот, если вы понимаете, что дом, в котором вы живете, разрушается, но еще стоит, то это не повод для того, чтобы начинать подрубать соответственно, колонны, на которых он стоит, или его поджигать. Потому что первый вопрос, который при этом возникает, это вопрос о том, а какой будет новый дом, в котором вы будете жить. А вот как строить новый дом, совершенно невозможно решать этот вопрос внутри. Потому что строительство нового дома немедленно прибегают и соседи, которые кричат, что вы тут чего-то хотите делать, и, соответственно, разного рода регулирующие организации, роль которых играют самые разные окрестные страны, от Китая до Соединенных Штатов Америки, а также, кстати, Прибалтики, Украины и так далее, которые кричат: нечего строить новый дом, вам вашу клетушечку выделили и живите в ней. А будете выпендриваться, вам будет бобо. И по этой причине легко сказать: а давайте мы этих уволим, это все заменим. Как только вы начинаете это делать, немедленно выясняется, что вы связаны колоссальным количеством тесных связей с самыми разными механизмами и структурами, и они просто тупо начинают вам гадить. А когда количество этих гадостей превышает некоторый порог, то вся система идет в разнос.
И установить заново это невероятно сложно. Мы все хорошо знаем, что было там после Октябрьской революции 1917 года. Вот это вот проблема, с которой неминуемо должен был столкнуться Путин. Сегодня мы видим, что обстоятельства разные. Во-первых, внешние обстоятельства изменились в сторону улучшения. Я не хочу сказать, что Путин привел Трампа, но я хочу сказать, что он, судя по всему, понимал, что все-таки вероятность прихода Трампа достаточно велика. И он, соответственно, действовал так, чтобы оптимизировать именно этот вариант прихода Трампа. А вот, соответственно, дальше коронавирус, еще много разных обстоятельств. Так вот, вся проблема состоит в том, что теперь уже понятно, независимо ни от чего, систему управления придется менять. И придется менять кадры. Потому что людей, которые понимают государственную службу исключительно как приватизацию, держать больше нельзя. Потому что ни экономического роста не будет, ничего остального, потому что любой ресурс, который появится в системе, эти люди воспринимают как повод для приватизации. Да, и я еще раз повторю, такая же ситуация будет по инвестициям. Минфин и Центробанк четко совершенно это продемонстрировали уже много раз. Не будет у нас ни инвестиций, ни экономического роста, пока нынешняя команда приватизационная заседает в руководстве финансового блока. Это невозможно. На каждое поручение президента будет написано колоссальное количество бумажек, которые сделают невозможным реализацию этого поручения. А, соответственно, деньги, которые будут на это выделены, будут переведены банкам, которые будут их конвертировать в доллары. В результате чего у нас еще будут и скачки курса неправильные. И в результате будет падать жизненный уровень населения. Вот это то, что будет, если ничего не менять. Ничего другого быть не может. Значит, вместе с тем, поскольку мы понимаем, что произойдет одно из двух. Либо снос системы хаотически в связи с невозможностью жить в этой ситуации. Либо он будет произведен сверху. Если он будет произведен сверху, то тогда, соответственно, у нас начнется в стране экономический рост. Еще раз повторяю, потенциал у нас примерно 7-10% экономического роста лет на 20-25. Как это было в конце 20-х, начале 30-х годов, когда все падали, а мы росли. Я уже много раз объяснял, почему. Но! И у нас есть предприниматели, но они к этому не готовы. Почему? Потому что, ну, во-первых, у них нет ресурса. Ну, точнее сказать, у некоторых есть, но они про это не говорят, и слава богу. Так вот, а во-вторых, кредитов им дешевых не дают, инвестиционных денег не дают, а могут и дать, если ситуация сверху будет меняться. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот гипотеза по поводу проблем в управлении государством, опираясь на собственный опыт. Нет ли ощущения, что в чиновничьей среде присутствует значительное число людей с военным образованием, а для них наибольшая доблесть – это получить и доложить об исполнении приказа. Попытка обсудить, скажем, этот приказ, либо его видоизменить, приводит их в ступор. Ну, вот такой вопрос. Нет, конечно, потому что у военных приказ обычно очень четок и очень однозначен. То есть у военных ситуация простая. Выплатить всем, кто работал с коронавирусом, деньги. Военный говорит, хорошо, надо выплатить. То есть у него будет вопрос, как найти тех, кто работал, как, соответственно, получить нужное количество денег и т.д. и т.п. А правительственный чиновник думает не так. Как сделать так, чтобы все деньги получить и ничего не выплатить? Обратите внимание, у них вся их деятельность, вот все те инструкции и постановления, которые они написали последние там полтора-два месяца, это постановления, направленные на то, чтобы никто ни копейки не получил. При этом из бюджета они все деньги выписывают. Это ж не так происходит, типа, поскольку у нас нету больных, поскольку у нас нету тех, кто с ними работает, еще чего-то, то денег не давайте. Нет, они наверх транслируют деньги давайте,
А вниз они ничего не дают. Это как раз не военная, это приватизационная логика. То есть, чем больше нам дадут для приватизации, тем лучше. Но уж если мы что-то получили, отдавать это каким-то людям, это верх идиотизма. Лариса, здравствуйте. Лариса, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, мне, а что Путин сам не видит, что вот эти вот двое, Набибулина, и вот этот вот, господи, как его там, аж забыл от злости, он что, не видит, что они ему вредят? Он что, не понимает, что их вообще снять нельзя, кто они такие, что их вообще невозможно от них избавиться? Еще раз повторяю, это не люди. Это представители некой силы, очень мощной и глобальной. Обратите внимание, что когда уходил Игнатьев, даже сама по себе мысль о назначении человека не из этой силы Глазьева вызвала такую бешеную реакцию. Причем это было, обратите внимание, это было до появления Трампа. То есть смех состоит в том, что вот эту кампанию антитрамповскую, которую мы сегодня наблюдаем, грубо говоря, с середины 16-го года, мы уже видели на примере Глазьева. Вы поймите, эти силы контролируют все СМИ. У нас сегодня не существует государственной пропаганды. Она отсутствует. У нас сегодня не существует патриотической пропаганды. Она отсутствует. А вот либеральная пропаганда, пропаганда финансового глобализма существует. И она создает имиджи и образы. Вот вы поймите, все смотрят на Глазьева не в соответствии с его словами, не в соответствии с его деятельностью, а в соответствии с либеральной пропагандой. Потому что либеральная пропаганда идет из всех СМИ, включая Первый канал, ВГТРК и так далее. На ВГТРК еще есть какие-то возможности, что-то альтернативного. Можно любить Соловьева, можно его не любить. Кто-то говорит, что его слишком много, еще чего-то. Я не буду сейчас это комментировать, собственно, все желающие могут сказать. Но он, по крайней мере, пытается дать какую-то альтернативу либеральной пропаганде. Но поскольку он один, получается плохо. А если мы начнем слушать, соответственно, все остальное, мы увидим, причем эта либеральная пропаганда лезет всюду. И, соответственно, фотография в плакатах в честь победы. И, соответственно, в появлении там Гитлера на сайте Бессмертного полка и т.д. и т.п. Это результат пропаганды. Она оплачивается, хорошо оплачивается. Мы видим наиболее яркие пропагандистские институты либеральные. А вот альтернативной пропаганды нету. Почему? По этому поводу есть много разных мыслей и слов. Но тем не менее, обращаю ваше внимание, я как человек, который занимается экономикой, с этим постоянно сталкиваюсь. Я объясняю людям, что будет происходить уже 20 лет. И 20 лет мне говорят, что я маньяк. Ну хорошо, ладно, 20 лет назад можно было еще говорить, что я ничего не понимаю. В 2008 году можно было говорить, что типа вот вы там говорите о том, что будет после кризиса, но этого точно быть не может. Я уже говорил про свое интервью «Комсомольской правде», которое у меня взял Женя Черных, которое полощет уже 12 лет. Либеральная пропаганда. Сегодня, когда этот кризис перешел в острую форму, это стало понятно, что вот ровно то, о чем я говорил, оно сейчас и будет. Но все равно, когда я начинаю людям объяснять, я же не зря предлагаю там свои семинары, подписки на обзоры и так далее и тому подобное. Потому что ценность наших обзоров и ценность моих лекций даже не в том, что я там скажу, а просто в том, что там не будет либеральной пропаганды. Вот просто посмотреть на мир без либеральной пропаганды, могу вас уверить, вы очень удивитесь. Он совсем не такой. И поймите, тот же Путин, вы даже себе представить не можете, вот куда он не ткнет пальцем, там всюду вот эта вот либеральная команда. Это такой, значит, такая вот раковая опухоль, которая проросла практически во все государства мира. И справляться с ней очень сложно, потому что как только вы одно только щупальце чуть-чуть прижмете,
немедленно восстают все остальные, потому что у них есть единый координационный центр. И находится он за пределами России. Его даже ущучить нельзя, с ним ничего нельзя сделать. Это как на Украине. Любая попытка убрать какого-нибудь немедленно кончается тем, что все соросовские стипендиаты начнут на вас наезжать. А не соросовских стипендиатов там во власти практически нет. То есть, иными словами, тронув одного, вы автоматически получаете войну со всеми. И нужно быть невероятным виртуозом, чтобы такую войну выиграть. Знаете, этот вопрос сложный. Да, вот чем руководствуется наш, соответственно, Центробанк и Минфин, контролируя биржу, я вам даже сказать не могу. Понимаете, у меня этой информации нет. Вот у Глазьева она есть, потому что он до недавнего времени был членом Национального банковского совета. Сейчас, когда он стал международным чиновником евразийским, он, конечно, перестал быть членом Национального банковского совета. У меня этой информации нет. А я могу только делать косвенные выводы. Косвенные выводы я делаю следующие. Поскольку по итогам девальвации 2014 года, я знаю, из-за чего она произошла. Это было требование МВФ. И девальвировали свои валюты все развивающиеся страны. Но в рейтинге устойчивости национальных валют по итогам 2015 года Россия заняла последнее место в мировом рейтинге. При том, что это прямо противоречит Конституции Российской Федерации, которая требует, чтобы Центробанк поддерживал устойчивость национальной валюты. Я из этого делаю вывод, ну это, если угодно, подозрение. Подозрение состоит в том, что чиновники Центрального банка находились в коррупционной связи с валютными спекулянтами. И по этой причине целенаправленно раскачивали валютную пару рубль-доллар, чтобы получить максимальные доходы. Почему они не были наказаны? Понятно почему. Потому что наказать чиновников Центробанка можно только наказывая Набиуллину, которая представляет здесь МВФ, а в 2014 году наказать МВФ мы еще не могли. Сегодня это возможно. В начале этого года такая же картина. Точно так же мы занимаем последнее, предпоследнее место в рейтинге устойчивости валют. Из чего я тоже делаю вывод, что там такая же схема. И по этой причине я не могу, понимаете, там есть закрытые внутренние процедуры и личные отношения. Если бы прослушать их разговоры, если бы проанализировать их действия, может быть и можно, у меня такого ресурса нет. Но теоретически, да, если возвращаться к экономике национально ориентированной, если восстанавливать независимость Российской Федерации, то в этом случае, конечно, с этим безобразием надо бороться. Алло. Да? Добрый день, меня зовут Сергей. А скажите, да, пожалуйста, если все-таки Путин снимет Набиуллина, Силуанова, то что будет с Россией? Нам назначат новые санкции или начнется гражданская война? Что произойдет в этом случае? Ну, а если при этом будет изменена экономическая модель и кредитно-денежная политика, в стране начнется экономический рост. Войну нам никто не объявит сегодня, хотя шуму в либеральной прессе будет очень много. Может быть, придется часть желтой прессы в России прикрыть за то, что они подрывают, так сказать, устойчивость государственного. А что касается воплей и соплей, опять-таки, в мировой желтой прессе, типа там Financial Times, New York Times и т.д. и т.п., ну да, это будет, но как нас учил Трамп, это же все фабрика фейковых новостей. Какая нам разница? Вы будете переживать от того, что, соответственно, не будете читать газету Financial Times. Ну, это примерно то же самое. Меня там регулярно мне звонят какие-то журналисты и спрашивают: Михаил Леонидович, а вот сегодня утром в газете «Ведомости» или в газете «Коммерсант» появилось. Я говорю: не читайте по утрам желтую прессу. Потому что с точки зрения человека, который занимается реальной экономикой, комментировать новости, которые появились в «Ведомостях» или в «Коммерсанте», это как-то неприлично даже.